Культура рисования, по мнению мастера, очень важна. Поэтому перед началом работы необходимо сформировать атмосферу творчества. Если вы любите предметы, которыми вы рисуете, они будут вам отдавать сполна свою красоту. Тема занятия – натюрморт. Казалось бы, какая сложность нарисовать яблоко и грушу, лежащие на столе? Остап Бендер, наверное, так бы и подумал. Настоящие художники подходят к этому вопросу серьезно. У меня блик вот здесь, вот я его намечаю. Полина Якушева рисовать любит с детства. С 5 лет начала учиться изобразительному искусству. Особая страсть – кошки. Но и этот урок, считает юная художница, очень многому ее научил. Сейчас у меня очень вот хорошо получился, мне кажется. Вот, ну, так, ну, на занятиях не так красиво получается. Вот, педагог мне очень помог, вот, поправил, где нужно. Сказал, если вот яблоки там и всякие фрукты надо рисовать, то тогда надо пальцем лучше по кругу растирать, так больше объема. Ты об этом раньше не знала? Ну, нет. Действительно, техника сухой пастели, как, впрочем, и другие техники, имеет свои секреты. Но при этом рисунок получается теплым, мягким. Работать приходится не только мелками, но и всеми 5 пальчиками. Для каждого свой цвет. За работой внука Вани внимательно наблюдает его дедушка Юрий Петрович, когда-то тоже увлекающийся рисованием и поддерживающий стремление мальчика, который сегодня доволен результатом своей работы. Лучше научился рисовать пастелью. До этого с пастелью дружил? У меня она лежала, я вообще почти не рисовал. Теперь, считает Иван, пастельные мелки будет использовать в своем творчестве часто. Впрочем, как и другие ребята, открывшие для себя сегодня новые стороны этой удивительной техники. Для ребенка, у которого есть к этому данные, это какое-то необыкновенное чудо, которое происходит у него на глазах. И я считаю, что детей нужно как бы посылать вот в общество людей, которые добились успеха в своей профессии, давать возможность общаться с такими людьми обязательно. Для мастера такие занятия – возможность реализоваться как педагог. Ведь передавать опыт так же важно, как и приобретать его. Татьяна Брылова, Владимир Бижонов, Екатерина Чернышова, «Видное ТВ».